как сдача объекта была назначена на 2 часа дня к этому музею, так как здесь будет вручение диплом. А ты купил что-нибудь себе уже? Да. Парочку с вами. Коля, сейчас мы Еву тоже фотографируем. Экологически это полезно. Засохнет, приморозится. Нас много, 20 человек, там, иногда 30. И нам нравится делать хорошие большие штуки, которые радуют нас и которые радуют других людей. И это вот одна из таких вещей. Мы сделали горку, которая будет радовать и заставлять удовольствие детям, родителям их, ну вообще всем, кто захочет при этом участвовать. Смотрите, как красиво получается рыбки. Давай, попозже тебе позвоню и скажу. Мы строим снежный город, который будет из снега, изо льда, и лед мы специально заказывали из более северных мест России, из Архангельской области, из Екатеринбурга. Вот он более голубой по цвету, а вот этот уже светлый, тонкий, это уже московский лед, который успел за эту теплую зиму чуть-чуть замерзнуть.